давайте для начала совсем быстро познакомимся. Это я. И три главные вещи обо мне на сегодняшний вечер. Я инженер компании Magecom. Я активный контрибьютор в Magento Community. И найти в Twitter или GitHub меня можно вот по этому тегу. Если у вас будут вопросы по Magento, по Magecom, по разработке, вы можете всегда спокойно обращаться ко мне или в этих ресурсах, или же найти меня в Slack-канале. По окончании своего рабочего дня с удовольствием отвечу на все, что вас интересует по Magento и разработке. Итак, смотрите, адженда нашего сегодняшнего диалога выглядит следующим образом. Она разбита на три части. Первые две — проблематика наследования и репозиторий versus команда. Здесь я совершенно в обзорной, интерактивной, более, наверное, даже такой смешной игровой форме хочу обозначить вопрос, какие проблемы есть у наследования и почему мы должны, точнее, какие преимущества есть у репозитория перед командой и совершенно наоборот. И нам это нужно для того, чтобы понять, почему и зачем мы отходим от репозитория к использованию команде, в какой момент. Ну, дальше останется время, поговорим о вопросах. Итак, по сути, наша сегодняшняя встреча и мой доклад являются объяснением следующего пункта в Magento DevDoc документации. Здесь сказано, что предпочтение отдается композиции перед наследованием. Вот. Также там дальше в глубинных разделах DevDoc сказано о том, что композиция, она помогает вам сделать ваше предложение, поддерживаем, легко масштабируем, и вообще композиция — это лучше всего на свете. Прежде чем я продолжу говорить о композиции и наследовании, я хочу кое-что заранее определить, так как мы с вами профессионалы, нужно обращать внимание на детали. Помните, с детства, скорее всего, с детства каждый из нас хоть раз, был участником биполярного спора или так называемого хуливара, да? Это когда есть вот одна такая у нас группировка, вторая, и они вот спорят о каких-то вещах, да, но никак не могут прийти к консенсусу. Спор ради спора. Ну, допустим, в моем клубе, там, кому за 30, да, вот в детстве мы, допустим, спорили, кто круче, Рэмбо, допустим, или Командос. Также вот мы вели споры о том, кто сильнее, быстрее и лучше, Супермен или Бэтмен. Ну, а самый первый спор с пеленок, который у нас был, это как правильно имплементировать поедание бутерброда, колбасой вверх или колбасой вниз. Ну, это дядя Федор и Простоквашино, да? Но это в объектно-ориентированном программировании идут вечные баталии между наследованием и композицией. Ну, вот, а как выглядит холивар-то, по большому счету? Может, он выглядит как римский сенат, когда обсуждают они новый закон? Может, он выглядит как палата лордов Великобритании? Самый четкий и правильный ответ — вот этот — нет. Холивар обычно из себя представляет по поводу наследования и композиции следующее. То есть кто-то кричит: «Я практикующий программист, академик, и говорю тебе, что наследование — это зло». Ну, в ответ ему отвечают, что, что наследование — это хорошо, я его использую. В обратку происходит то же самое. Я практикующий академик, программист, и говорю тебе, что композиция — это фиаско. Что ж такое? И композиция — это хорошо, говорят. Но, друзья мои, чтобы нам не спуститься до холивара, который из себя представляет вот приблизительно вот такую картину, я предлагаю использовать следующее утверждение как огнетушитель для возможных возгораний, подгораний в этом зале, но с маленькой оговоркой. Видите, там вот есть такая звездочка, да, как в договорах обычно пишут у нас. Вот. Сегодня мы с вами будем говорить только о проблемах наследования и что наследование нам с вами генерирует, какие проблемки. Да? Вот. Ну, давайте посмотрим, какие есть проблемы у наследования. Я выделяю для себя лично всегда, четыре из них. Это первое, самое известное — object coupling, когда сильная связанность между объектов. Это сложность повторного переиспользования этих самых объектов, покрытие тестами. Потому что, помните, мы всегда должны обращать внимание на родителя, когда мы покрываем тест нашим тестом. Ну и лично мое — это нарушение кис и солид. Кто хочет оспорить, после доклада можем выйти. Вот. Потом, смотрите, чтобы объяснить вам быстро проблематику наследования, я приведу самую популярную задачу, которую задают на всех технических интервью. Ну, в 99%. Это задача с квадратом и прямоугольником, или же еще называется cycle ellipse problem. Да? То есть это классически она звучит следующим образом. Дан класс, реализующий квадрат, и класс, реализующий прямоугольник. Какой класс вы будете наследовать от какого? Да? Ну, предложили бы другой вариант решения. Вот то, что выделено красным, это уже я добавляю от себя, потому что я считаю, что ни одно академическое, вот такой четкий академический постулат в нашей с вами практике разработчиков зачастую просто не соблюдается. Все мы знаем, что самая безумная вещь в мире — это бизнес-логика. Вот, поэтому я обычно спрашиваю на собеседниях вот такую вещь и жду ответ. Ну, вот я для вас приготовил несколько примеров по этому поводу, чтобы увидеть, что же там вот такой object coupling, какие проблемы у нас есть.
Смотрите, допустим, дается у нас класс прямоугольник. В классе прямоугольник, прошу обратить внимание только, пожалуй, на конструктор. Да? Мы передаем, допустим, сайт А, сайт Б. Ну, я вижу, что скрин немножко подгулял в дороге, но я думаю, нормально будет. Сайт А и сайт Б. Мы устанавливаем параметры, да, стороны прямоугольника. Вот формула, кто забыл, расчета его площади. Дальше у нас, допустим, есть квадрат класс, который площадью рассчитывается, опять же, повторяю, это как какая-то сторона, возведенная в степень 2. Тоже обратите внимание, тут у нас конструктор, но приходит одно значение у него, и, соответственно, одно свойство назначаем. Давайте посмотрим. Первый вариант. Отвечаем и даем ответ, что мы будем наследовать прямоугольник. Что при этом у нас происходит? Да, то есть мы решили наследовать прямоугольник, и я сразу, вот тут уже у меня получше будет, я увеличиваю вам конструктор. Смотрите, в данном случае у нас есть конструктор квадрата, куда мы передаем одну сторону, но так как мы вынуждены наследовать конструктор прямоугольника, то, соответственно, нам нужно туда что-то передать. А что мы туда передадим? Да испанский стыд мы туда передадим. Это получается, все равно нужно какое-то передавать одно и то же значение. Ну, не работает. Это плохой пример совершенно, то есть для реализации. Не повторяйте, это нормально щелкает. Вот, давайте наоборот попробуем. Давайте попробуем отнаследоваться от квадрата прямоугольником. Что у нас в этом случае получится? Ну, совершенно тоже билибердистика, да, то есть мы передаем в конструктор сторону А, сторону Б, а в квадрат что мы передаем, Б или А? Да, хоть Б, хоть А передавай, все равно как бы никакого эффекта не будет. Вот это вам самый грубый, но довольно самый приятный пример, который я люблю по поводу наследования. Вот, то есть когда… А? Ну, первый вариант очень плохой, на самом деле, как и второй. Вот. Потому что в первом варианте, я просто так как у нас интерактив, где-то там у нас он. Вот, мы, обратите внимание, мы все равно передаем полнейшую чепуху вот, в конструктор. У нас объект получает ну, совершенно непонятные значения. Зачем это нужно? Вот. И правильный ответ, какой будет вот для этой задачи, он, в принципе, там описан. Уже правильный ответ, если мы выбираем наследование для решения задачи, нам нужно создать какой-то абстрактный класс, фигура, да, и от него уже наследоваться. Выглядит, в принципе, все логично. Но самый лучший ответ — это не использовать наследовать, а использовать композицию и команду. Давайте я вам просто объясню. Мы когда пишем с вами какой-то код и реализацию, мы в первую очередь не руководствуемся, наверное, ну, руководствуемся там какой-то теорией, там, академическими знаниями, но мы еще руководствуемся вот именно логикой, может быть, даже и чутьем. Вот смотрите, как реализуется через команду. Мы создаем всего лишь два дата-объекта, square и rectangle. Опять же, solid, keys. Если мы в объект rectangle добавим ему функцию расчета площади, это будет тоже неверно. Мы создаем два дата-объекта, в конструктор передаем их значение, и устанавливаем их свойства. Заметьте, одни геттеры, сеттеров у нас нет. А потом мы уже реализуем вот те команды, о которых я вам говорил. Смотрите, команды — это тоже это такой паттерн программирования, который, по сути, своим названием это и определяет. То есть он выполняет какую-то одну задачу, роль. И также мы, вот, допустим, создали namespace какой-то, да, model, figure, square, command. Model, figure, square, command. Ну, там должен быть rectangle на самом деле, sorry. И класс называем CalculateSquare, то есть мы нашу имплементацию расчета площади выносим в отдельный класс и для каждого геометрического объекта назначаем ему свою команду. Вот у нас, допустим, там Rectangle, CalculateSquare, метод execute, а дальше уже переносим нашу реализацию расчета площади в какой-то один метод, Вот вкратце, как вот эта задача может решаться. То есть проблематика наследования в том, что наследование заставляет нас делать жесткие связи с объектом, делать не, может быть, обоснованные решения, и это все дело тяжело покрывается тестами и потом поддерживать. Ну, каждый из вас знает, что, допустим, реврайт класса — это всегда больно, потому что потом ты не знаешь, как его поддерживать. Ну вот, и чтобы уже закончить, наверное, сводной частью и перейти к рассмотрению примеров команд, я бы хотел еще определить, а в чем же проблема репозитория. Причем вот все-таки, Саша, вроде уже репозиторий ничего не наследуется. Да, я сейчас покажу. Вот. И я, наверное, хочу представить это все более в такой вот боевой форме. Смотрите, позвольте вам представить мистера репозитория. Это такой вот замечательный боец. Он нам всем очень хорошо известен. У него есть огромные преимущества. Первое — это работает с коллекцией объектов. То есть, ну и как сам паттерн репозиторий, его основная задача, может быть, напомню тоже, это работа с коллекцией объектов на уровне service application. То есть через него коммуницируют, допустим, там модули на сервис-лейере.
Вот, он безумно хорош веб-API, потому что для построения, допустим, качественного веб-API, где нам нужно получить коллекцию объектов, тот же репозиторий будет просто отличным решением. Но это все приводит к тому, что первое, у него много связей с другими объектами, это результирует в том, что этот класс идет в категорию на супертяж. Ну, он подгружает множество зависимостей. И последнее, что вот больше всего в репозитории иногда удручает, то, что он stateful. Кто не знает, stateful — это когда мы храним состояние. Если нам надо собрать какой-то большой объект из других частей, допустим, да, из других, так нам так или иначе когда-то нужно обращать внимание на их состояние. Сохранился он, не сохранился, новый, не новый. Это вот stateful. Я пытался найти пример, вот, честно говоря, сделать классный слайд по поводу продукт-репозитория, да, но я вам скажу так, что продукт-репозиторий, вот, ну, это не я виноват, честно говоря. Вот сейчас вы все поймете. Тут ничего не видно, что ж там такое. А вот почему там ничего не видно. Потому что этот конструктор тяжелее Сатурна. Честно, вот все, кто раз работал с продакт-репозиторием или с большими имплементациями, знают его большую проблему. Он подгружает огромное количество зависимостей. Это может быть и ресурсные модели, это может быть и бизнес-модели, это может быть вон там и файл-систем у нас есть. У нас, что там у нас есть? Продукт-линск у нас, хелпер есть. Ну и там как бы зависимости нарастают, идут по нарастающей. Ну, тут 24 зависимости, тоже очень страшно. Поэтому репозиторий сам по себе тяжелый. Ну, вот вы спросите, и при чем тут наследование? А потому что наследование у мистера репозитория есть в ресурсных моделях, оно есть в абстрактных моделях, и он еще и в коллекциях подтягивает. То есть я думал только, давайте я еще слайдов с наследованием там вытащу. Нет. Это не хватило бы экрана. Поэтому, то есть, поверьте мне на слово, наследование там везде, и мы становимся от него. А теперь давайте я вам представлю мистера команду, да, в правом углу ринга. Мистер команда — это одно сплошное действие. То есть он никогда ничего не делает, кроме того, что на него возложено. То есть, вот, допустим, написано это save, он будет только save делать. Написано это delay, только delay будет делать. Он простой и надежный. Вы на примерах увидите, что реализация команд, вы скажете, боже, это как же так? Это же совсем совершенно простенький вещи, но там есть приятные особенности. Команда никому не рассказывает, что делает реализация. То есть, по сути, команда — это еще очень классный пример инкапсуляции вашей логики. Ну и с командой вы сами убедитесь, что читать код намного проще, легче, веселее, и вы всегда будете знать, чего ожидать от того метода, который как бы так и класса обозначен. Ну и самое главное, то, что я люблю, это stateless. Команда никогда не хранит состояние. То есть, вот вы сказали удалять, она удаляет, и она не имеет никакого права там ждать, там, смотреть, что произошло. Вот удаляет, и все. Так вот, больше по-другому ничего. Я думаю, что вот сейчас я уже перейду к примерам. Я, с вашего позволения, сяду.